12 уголовных дел возбудили правоохранительные органы в отношении водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это статистика первого квартала текущего года. Всего за обозначенный период на дорогах региона автоинспекторы зафиксировали 63 случая управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По вине водителей произошло 2 ДТП, в которых один человек погиб и один получил травмы различной степени тяжести. Кроме нетрезвых водителей, причиной ДТП на дорогах становится невнимательность водителей и состояние дорожного полотна. Об этом сегодня говорили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. В первом квартале текущего года на дорогах региона произошло 220 ДТП с материальным ущербом и 10 ДТП с причинением вреда здоровью, в которых 2 человека погибло и 8 граждан получили ранения различной степени тяжести, среди них 3 несовершеннолетних. Из 10 таких ДТП только одно произошло по вине пешехода. Состояние аварийности на дорогах зачастую зависит от состояния дорожного полотна и обустройства автомобильных дорог. Об этом также говорили участники заседания. По словам Александра Стрепетилова, начальника отдела ГИБДД Ненецкого округа, сегодня в регионе существует немало участков с интенсивным движением, где отсутствуют светофоры, тротуары, ограждения, искусственные неровности и пешеходные переходы. Пересечение дорог и автомобильных проездов в районе магазина «Березка» по улице Ленина является участком основного маршрута передвижения пешеходов и транспортных средств с одного района города в другой. Данный участок является местом высокого уровня интенсивности движения, особенно в рабочую неделю. Также данный участок уличной дорожной сети находится на основном маршруте передвижения детей со стороны поселка Городецкий, со стороны дома 38 по улице Ленина к средней образовательной школе номер 1 и другим образовательным организациям, расположенным в центре города. В связи с этим, для обеспечения безопасности дорожного движения на рассматриваемом участке пересечения улиц можно выделить 4 основных проблемных вопроса. Это первое – отсутствие пешеходных переходов и искусственных неровностей. Второе – наличие несанкционированных парковочных мест для стоянки транспортных средств. Можно выделить 2 основных места, создающих угрозу безопасности участникам дорожного движения. Это участок с торца дома 29Б по улице Ленина при движении к дому 6 по проезду капитана Матросова и напротив входа в магазин «Березка» с другой стороны проезда, с торца стоянки для автомобилей, расположенных вдоль дома 29Б по улице Ленина. Кроме того, в районе магазина «Универсам» также отсутствует организованная стоянка для автомобилей. Кроме того, на обозначенных участках дорог освещение не соответствует нормативам. По данному факту, в октябре 2015 года главе города было направлено письмо с рекомендацией об устранении нарушений. Однако до сих пор никакие работы не были проведены. По словам заместителя главы города Александра Бибенина, эти работы уже запланированы и будут выполнены. Кроме того, сотрудники ГИБДД указывают на недостаточное освещение дорог в поселке Искателей и на протяжении всей дороги Наринмар-Искателей. Отдельной строкой Александр Стрепетилов затронул содержание и отсутствие пешеходных переходов вблизи образовательных организаций. Из 180 зебр 22 находятся вблизи школ и детских садов, и они не соответствуют нормативам. То, что касается пешеходных переходов, пешеходных переходов, да, значит, есть у нас предписание по установке определенного количества светофоров Т7, обустройство ограждений, есть судебные решения. Соответствующие сметы у нас составлены, бюджет города, часть смет включены, значит, как мероприятие. Часть смет на сегодня у нас составлена, и мы будем вносить, соответственно, на июньской сессии. Кроме того, ГИБДД рекомендует городу привести в нормативное состояние дорогу по улице Студенческая. В этом районе расположено сразу несколько образовательных организаций, а также в районе школы номер 5 по улице Зеленая. В этих районах должны появиться знаки «Дети» и ограничение скорости, ограждения, искусственные неровности и пешеходные переходы. Соответствующие запросы ГИБДД уже направляла в адрес мэрии, но они остались без внимания. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, телеканал «Север».